Мур-мур-мур, товарищи, с вами Котейка Атомный и Мяу-база. Сегодня мы будем рассекать. Или завтра же будем рассекать. Не знаю, на чем-то будем рассекать сейчас. Так, давай съедим одну. Отлично, вот это я сложу все сейчас сюда. Мотки мне это все не нужно. Остались только инструменты. И поехали. У-у-у! Куда-нибудь вниз, да? Вниз не ездили. Есть! Вот это теперь гонки, вот это поворот, да? Котейка на бездорожье. На самом крутом драндулете, который только можно взять. Придумать, а что мне надо? Я вообще-то еду артефакты поищу, да? С такой-то скоростью можно, конечно, сейчас все объехать и посмотреть артефакты. Остальное-то особо мне не нужно. Мурнял, где мы находимся уже? Достаточно далеко. А где же... О! Первый артефакт. Кстати, здесь, по-моему, я помню, должен быть и багажник. Сейчас посмотрим. Не, подожди. Ну вот, багажник же. Походу, нету. Или я неправильно как-то... О, еще артефакт, отлично. Я думаю, может еще немножко набрать мяутала и дерево. Отлично. Так, половина кислорода закончилась. Ну что, назад? Есть! Его еще немного носит, ребят, чтобы вы знали. Это же не просто так. Это машина века. Вот это скорость! Еще один артефакт, кстати. Нормально так с вами артефактов накопали. С лапкой, кстати, кошачьей. Древняя котячья цивилизация восстанавливает свои технологии. Вот как все работает. Ох. Так, ночью еще я не готов был. Ага, теперь надо наверх двигаться. Ау. Не бейте. И так все плохо. Не туда я заехал. Видите, как легко на самом деле заблудиться. Ну чё? О. Так, у нас проблемы. На базе. Вижу проблемы. Машину потом поставим. Сейчас кислород важен. А-а-а! Давай сюда. Где у нас кислород? Ага, вот утечка. Кислород вырабатывается или нет? Ну, пошел запас, но я смотрю... Что-то не очень-то. Ага, тут продолжается исследование. Ладно, артефакты пока сложу сюда. Ага, места нет. Это плохо. Где мы? Автомобиль. Его, по-моему, вот так надо подзаряжать, насколько я помню. Да-да-да, вот. Все, он заряжается. Отлично. Похавать ничего пока не надо. Не хватает энергии. А аккумуляторы вообще не заряжаются. Вообще ни капли. На базе ничего нету. И исследования не проведены. Хотя-то по идее. А что мне нужно на... Так. Машинка заряжена. Что мне нужно на прицеп? Ага. Ну, я могу это сделать.
Ну и когда ты будешь работать? Сколько тебе энергии нужно, чтобы работать? Тупая машина исследовательская. Так. Вот это заберу. Серьезно? Насколько я помню, мне надо еще тут на прицеп еще шестеренок. И инвентарь. Так, создать. Отлично, еще шестеренок. Есть и вот где хранилище. Инвентарь. Вот эта штука. Металлолом. Заберем. Хватает. О! Есть. Теперь прицеп. Отлично. Замечательно, есть прицеп. Шестеренку сюда. Два артефакта сюда. А этот никак не исследуется. Тут у него нет электроэнергии и все. Середина дня. И сколько тебе нужно, чтобы получить электроэнергию? Алло! Гараж или не гараж, как ты там называешься? Наверное, мне нужно сейчас еще одна часть базы расшириться. Я на самом деле хочу расширить ее сюда. Да, так и сделаем. Еще одна часть базы. Так, вот это снимаю. Готово? Серьезно. Вот серьезно, на самом конце как бы и не хватило. Ну ты даешь. Ну ты даешь. А чё этот включен постоянно? Не надо мне тебе включенный. Давай ставь. Стой здесь пока. Ничего, пусть генератор здесь стоит. Вот тебе дерево. Я не понимаю, почему не хватает электроэнергии. Все, последняя деталь, да? Не, еще одна деталь. Ну вот, все. Так, а в чем твоя проблема? Еды не хватает. Наверное, вот нужно вот так вот переставить, да? Сейчас окажется, что да. Что у меня не была соединена база с вот этим генератором, вот. Из-за того, что здесь располагался верстак. Верстак мне нужен. Отлично. Так, еда. А можно тут все забрать, да? Ну, почти все. А дерево я тоже могу забрать, кстати. Где здесь пробоина? Все, поедим. Кстати, еды-то почти нету уже. Надо снова растений больше собирать. Грибы мне некуда деть. Можно сюда сложить, да? Хорошо, пускай пока сложим. Вот так вот. Ну, исследования, когда они закончатся? О, теперь исследования пошли. Да что ты говоришь? О! Нормально.
И исследования пошли, все пошло как надо. Заберем отсюда артефакт, положу вот это. А как подсоединить машину? Так. Ну все. Ага. Все соединено. Понятно. Все, никаких вопросов. Давай вот это сломаем. Нет. Да не хочу я семечек. Выбросить эти семечки. Давай вот сюда, да. Хранилище. Зеленого цвета. Вот это сюда, сюда. Почти все бревна. Я возьму парочку только. Вот семена теперь можно забрать. И сюда сбросить. Кстати, исследование готов. Проводить новое. Продолжить. Еще один артефакт. Хорошо. Не достаю, да? Заберу этот артефакт. Это можно сложить сюда. Водичку сюда. Немножко не в тему, да? Получилось, грибы давай. Пюрешку сожру. Ну, в принципе, все, можно идти. На разведку. А тут можно еще прицепы. Ого. Так, давай-ка собирать вот эти все растения. Грибы, вода, все это пригодится. Я думаю, в хранилище своего грузовика вот разные такие ресурсы, которые постоянно собираю хранить. Типа там вода, грибы. Растений совсем не хватает, кстати. Кстати, с этой стороны я еще не находил артефактов, по-моему. Ладно, думаю, пора возвращаться. Собрал нормально так всяких мути. Сейчас надо будет атомный реактор делать. Чтобы уже не переживать за электричество. А машина на карте отображается? Да, отображается. Хорошо. Так, вот эти давай. О! Вот ради этого и стоило идти. Ага, я спустился несколько ниже, чем автомобиль. Вот что я думаю туда. Вот воду, например, да, забрасывать. Ну, пока больше ничего не придумал. Все, поехали назад. Так, вы так воздуха. А, заходи, заходи, заходи.
Все. Продолжаем. Артефактов дофига. И больше. Кашку. Отлично. 4 еды. Это мой НЗ. Если что, для гриба еще есть. Есть еще грибочек. Хорошо, кстати. Что у нас по аккумуляторам? Запускаем. Пускай работает. А могу ли я с этого достать что-то? Могу, вода. Но мне пока не надо. Создаем. Технологии, 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 точно. Можно вот эту вкусняшку, что это дает? Вот, допустим, шоколадка или что это? Энергетический батончик. Увеличивается на 15%. Ваша скорость, это, кстати, хорошая грядка. Штука сколько? А сколько требует? 5? Ну, пока давай-ка вот. Сборщик молнии. Защитите все свои базы, превращая удары молнии в заряды батарей. И большая батарея. Это хорошо. Ядерное топливо. Ну, давай вот это. Посмотрим, что тут. Тут ничего не производится. Большой генератор требует. Ядерное топливо 2 штуки. Громоотвод. Ну, на самом деле, все это я могу произвести. Большая требует 1 маленькую и 2 батарейки и 1 плату. Ну, наверное, надо будет сделать сейчас. Отлично. А что на это? 3. О! Вот, наконец-то, и топ-топ-топ ураноизотоп нам нужен. Еще один нужно найти. Нет, просто камни. О! Есть. Отлично. То, что нужно было. Ну, сейчас приготовлю пожрать. А где создается ураноизотоп? Тут же он создается или нет? Нет. Вот он создается. Не сюда, вот тут у меня есть он. Отлично. Создать 1 штуку. Похавал. Еще исследовать. О, день исследований. У меня электроэнергии в достатке. Отлично. Большая зарядка, что большая. Ага, 2 батарейки нужно. А у меня, по-моему, был избыток батареек или нет? Так, на производство батареек что мне нужно? А, химикаты, химикаты, по-моему, да? То есть это нужно воду забрать. Грибы и вода. Я помню. Вода? Есть. Так, вначале нужно сделать воду, а потом все остальное. Отлично. Переплавка завершена. Да. Отлично. Два химикатов грибов не хватает теперь. Воду фактически всю забрал. Растения, кстати. Оп, один сюда. Сейчас приготовим пожрать. Хорошо, пюрешечка есть. Так, 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 так. Вообще забываю дальше, что делать. Еще вот эти сплавы создать. Все. Камень, по-моему, сюда мне нужно сбросить. Угу. Этот почти исследован.
Химикаты есть? Воды, грибов не хватает. На этот нужно провода, по-моему. А провода здесь создаются. Есть. Отлично. Продолжить еще одну. Все, теперь на микроплата. А плата... чем производится? Обломки мотки есть. Обломки нужны мусорные. Давай вот это, кстати, возьмем. О, тут у меня еще химикаты есть, точно. Так. Стоп. Плату. Создали. Вот это, пожалуйста, демонтировать. Есть. И улучшенную ставим. Че, не хватает энергии? На еще. Так, вода сюда. Можно съесть еще одну штучку. Пюрешечку. Это, по-моему, химикаты вот тут вот надо производить. Ага. Ага, это у меня есть химикаты, а вода мне не нужна как раз. Вот. Потому что есть химикаты. А для производства дальше нужно еще мотка 2. Или вот этих. Потом вот эта плата. Отлично. И еще две батареи. Теперь нормально. Вот это демонтировать. И еще одна улучшенная батарея. Исследование артефакта завершено. Технические улучшения. Сколько у меня? У меня 15 очков. Так, можно сделать вот эта переработка. Извлекает металл из кусков очищенного металлолома. Расплавленный и сгущенный металлолом. Тут кучу каких-то исследований непонятных. Ну вот эти всякие полы мне не нужны. Давай немного покушать. И вот это сделаем. Все, химлаборатория отремонтирована. Провода металлолом сложу. Уран-изотоп тоже сложу. А что мне надо на уран-изотоп? Чтобы вот эту сделать. Два таких. Сборщик молний пока. Водопроводный кран. Берет воду из водоснабжающей... Из водоснабжения вашей базы. Сборщик дождя. Соберет и фильтрует дождевую воду. Три. Но это я могу сделать. Сборщик дождя есть. А, батончик вкусный. Ага, вот как раз вот это нужно. 6 дерева, 4 камня. 6 дерева и 4 камня понадобится, да? Давай создам одну грядку. Или это... Где? Тут грядка создай. Вот она. Собственный обед. Так, теперь где? Грядка не ставится внутри базы. Грядка ставится снаружи, понятно. Ну давай сюда грядку. Так, и, наверное, нужны будут сейчас вот эти семечки. Ну, давай одну штучку.
Полить водой. У меня есть вода. Отлично. Да елки-палки, почему база все время ломается? Она не должна ломаться, она должна быть целой. Но в итоге я только бегаю и ремонтирую базу. Так, камень сложить. Дерева мало осталось, да, и надо больше урана. Ну что, погнали побурим тогда. Эту ночь следующую уже надо будет по-любому ехать и собирать ресурсы. Сейчас я тут возле базы поработаю. А потом вперед. О! Первый уран, а мне нужны их три. Ну, с камнем никаких проблем вообще нет. Еще один уран и еще один. Ну. О! Чудесно, хватило. Где-то база тут. Вот, закрываем. Опа. Еще водички нужно полить. Неудобно, на самом деле, выходить из базы. Надо... А можно это вот убрать? Я вот сюда поставлю. Сейчас будет электричество, не волнуйтесь. Так. Вот это посадить сюда. Водичкой полили. Отлично, все готово. Дождевую воду можем собирать. Теперь хватит ли еще? Да. Еще одну переплавить. Куда дождевую воду? А давай вот тут вот и поставим рядом. Она, конечно, больше похожа на спутниковую антенну, но в конце концов. Эту воду вот сюда. Одну штучку. Так, слаживаем назад. Уран-изотоп. Два урана-изотопа. А что мне еще нужно на вот этот реактор? Две платы. Это попозже. Все, надо выезжать. Пока есть время, нужно срочно ехать вверх. Или не вверх, а вот сюда в бок, допустим. Семечки, кстати, тоже пригодятся. Перекусим немножко. Мало растений. А еще меньше дерева. Кстати, можно вот так вот вырубить. А что, так быстрее собирается? Грибы тоже пригодятся. Он не собрал растения, ну и ладно. Так, это можно захавать. Нормально, артефактов я пока не вижу. Еще древесины.
Так, ну, это был поход такой за хавкой. Тут я больше не вижу. Вот еще дерево. Древесины, в принципе, в избытке. Отлично. Я, кстати, могу же выращивать грибы, да, только мне нужно больше будет вот этих грядок. Ну, собственно, я и собираю древесину, чтобы грядок еще наделать. Что с кислородом? Уже пора возвращаться. Все. Машинка рядом. Давай тоже заберем. Поехали назад. Да-да-да, вижу, что кислорода не хватает. Можно ли стать так, чтобы зарядиться еще? О, да, можно. Давай, котейка. В базу заходи. Водички. Не, ну вот, водичка. Все сложить назад. Вот это можно забрать. Так, назад. Еще немножко стали. Переплавить камня. Возьмем. Я хочу, наверное, еще два этих собрать, да? Где у меня здесь? Два вот таких. Отлично. Камень собрали. 15. Немножко гриба есть. Это можно сложить. Заряд в норме пока. Заряжаемся. Есть еще две грядочки. Сожрем. Не-не-не. Пока надо готовить кушать. Отлично. Еще еды. Все, вся еда есть. Угу. Возьмем две штучки с собой. Вот это тоже сложить. Грибок тоже сложить. Ну, пока мне нужно только базу расширять. А что еще делать-то? Что не хватает на этот? Две электросхемы. А на электросхемы не хватает провода и металлолом. Так, вот это берем. Есть. Отлично. Так, теперь вот это и собрать реактор. Все, можно. Отлично. Давай создадим еще вот эту штуку. Воды снова не хватает. Вот бы они еще автоматически все эти делали штуки. Это сюда. Положить реактор. Реактор пока я не знаю, где разместить. Так, я планирую машину вот на самом деле переставить.
Отлично, вот это можно разобрать. Кстати, а что на бульдозер там надо? Давай машину вот сюда, как раз можно будет подъезжать. С любой стороны, хорошо. Вот это демонтируем. Вот это сюда. И реактор сюда. Вот это надо почистить. Ну, нормально, еще поем. Что необходимо ему? Ага, генерация 44. Все, нормально, пошел. А на бульдозер что нужно? На бульдозер 6 двигателей. Один вот этот и 4. 6 двигателей. Нифигово так. Это нужно много металла накопать. Что это? Еще семечко. Ага, вода. И сколько? 2 дает? Серьезно? А зачем мне такое? Ну давай гриб возьмем. Не, один грибок. Посажу вот тут вот. Воды накопаем здесь. Ну, по-моему, в багажнике должно быть достаточно воды, я правильно помню? Не. Неправильно. Исследовать нечего. Сколько у меня все исследовано здесь? Здесь нету никакого. А что мне еще улучшать, вот если выбрать? Ладно, ребята, до следующего эпизода. Мур-мур-мяу. Мур-мяу. Мяу-мяу.